Богатая, подайте мне на книги, не пожалейте от своих щедрот. От многих бедных в этой просьбе крики, вы им наполните голодный тощий рот. Через страницы небывалых строк ко многим тысячам пророки достучатся. Подайте, бросьте со стола мне крох, в молитвах вас помянут много чаще. Сегодня я прошу и умоляю, хотя бы искоса взглянуть на небеса. Я перед вами так хвостом виляю, не проповедник будто, а лиса. За вами числится, увы, немало дел, которые делишками зовутся. Не уточняю, я не подсмотрел, не откажите и не надо дуться. Подует ветер, листья подметет, мороз ударит, запуржит надолго. Ночь темная потребует отчет, от прошлого не обретешь осколка. Я не проситель только, но и жнец. Остатки для пришельца оставляйте. Наш многочадный любящий отец напоминает, мы по Адаму, братья. Вас угораздило про совесть позабыть, когда пред стартовым давились капиталом. Есть зрители, а есть бойцовский бык, через мгновение пойдет на мясо сало. Богатые, не нищий ли ваш дух? В реестре памяти грехи не поместятся. Пока еще светильник не потух, приобретайте милостыни и масло. Прием веду с 5 утра пораньше. До 9 до сумерек звоните. Из глубины тяну вас, словно тральщик. Из сребролюбия карабкайтесь по нитке. 8 декабря 2005 года.